Все мероприятия состоятся в Верховной Раде и на Софийской площади в Киеве. В данный момент начинается заседание парламента, а в 11 запланирована церемония представления командующих вооруженных сил Украины и торжественного поднятия флага президента на Софийской площади. Добавим, что участие в инаугурации новоизбранного президента Украины накануне вечером подтвердили 56 иностранных делегаций. О газе. Нефтегаз и «Газпром» намерены в выходные дни возобновить переговоры, чтобы разрешить спор по поводу... С радио. Слушайте в эти выходные мелодии выходного дня. Александр Абдулов. Срывами сияет солнце, туда, где с гор срывает реки водопадами. Крики птиц разлетаются по автострадам, туда, где мы навеки связаны одной нитью, туда, где время нас двоих подхватит и похитит. И с этого мгновения каждой маленькой частицы мы будем... Був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І попередній світ був зруйнований водами потопу. Ти сладко спиш, а я шепчу тебе, родная, спасибо за день, спасибо за день.